тремингуем щеночка брюссельского грифона. Вот такая у нас девочка. Вот это я уже все сделала. Вот так она выглядит. Вот шерстка. Как это делается? Вот так смотрим на голове. Вот природа сама подсказывает. Вот шерстка, да? Вот она разделена. Берем и начинаем потихонечку. Вот так пальчиками каждую прядочку подщипывать. Вот шерстеночка у нас. И постепенно щенку не больно. Шерсть уже созрела. Лежит она спокойно. Никуда не собирается убегать, не жалуется. Вот так.